внимание. Завершился финал Гран-при, прокатал свою произвольную программу, не все получилось, но есть причины, потому что переходил на новые коньки. Сейчас я катаюсь все еще на старых коньках, хотя действительно были проблемы с коньками. В какой-то момент переходила на новые коньки, потом возвращалась обратно на старые. Возможно, это немного сбило подготовку, особенно в четверном прыжке. Но мы успели вовремя восстановить все прыжки, и четверной уже тоже получался и здесь на тренировках. Поэтому я считаю, что могла бы откатать эти программы хорошо и сделать четверной прыжок. Поэтому я недовольна своим выступлением в произвольной программе. Все-таки хотелось показать чистое исполнение четверных. Вот сама считаешь, чего помимо проблем с коньком, с коньками, может быть, не хватило? Все-таки в этом сезоне у тебя... В прошлом сезоне было не так много стартов, в этом сезоне ты только начинаешь, да, фактически стартовать. Может быть, какого-то соревновательного опыта не хватает? Возможно. Возможно, надо еще больше тренироваться, еще быть более уверенной на тренировках и более уверенно настраиваться на соревнования, не сомневаться в себе, так как знаю, что могу сделать все эти прыжки чисто. Аня, вопрос, который часто задают спортсменам, какой опыт ты для себя извлекла вот из этого финала? Наверное, как раз-таки, что нужно быть увереннее в себе и заходить на прыжки, делать их и не сомневаться. Аня, желаю тебе, чтобы все твои планы осуществились. Спасибо большое.